Так, вот она наша луна. 20 сентября 2020 год, Харьков, 18:48 по Киеву. За горизонт уже опускается луна. Внутренние терминаторы, думаю, да? После... Подожди, внутренние. После переполнения, внутренние терминаторы после переполнения. Ладно. Ух ты, как красиво получилось. Птичка-невеличка. Пошли посмотрим на Юпитер. Его уже видно. Смотри, практически не приходится даже камеру смещать. До Луны 360 тысяч километров. Она недавно была на ближайшем расстоянии к Земле. По своей орбите. А вот до Юпитера 704. Ой. Сам в кадр не знаю. Какой умница. Совсем четкости нету, да? Ну сейчас. Я в аккурате-то даже спутник не вижу. На небо, ну, полосы вижу в окуляре, спутники вижу, все в окуляре вижу. Слева Ио, правее идет Европа. Потом идет Ганимед, а Каллисто сейчас уже справа выпал. А, вижу все три спутника справа. Каллисто справа параллельно с линией, словно горизонта с Юпитером на одной линии. Чуть выше Ганимед. И Европа совсем рядышком. Вот Юпитер и... Да, Юпитер. Тут Юпитер есть! Вон в глазок, посмотри сюда. Выйдет лучше. Убежал уже, если? Ага. Давай, спущу. Можно посмотреть, да? Сейчас я настрою, я же пытаюсь его упасть. Да, ты Юпитер. А рядом с ним спутник, да? Классно. Подожди, сейчас. Сейчас его надо еще отловить. Вращается, он смещается, из кадра выпадает. Ну а смотри, он влезает сейчас в кадр, а справа три светлых точки, видишь? Ага. Это три галилеевых спутника. Прикольно. А сколько такой фотоаппарат стоит? Ну, я в морде покупал за 25 тысяч. А что это? Это Nikon Compix 5000. Посмотри, не стесняйся. Посмотри теперь ты. Я вижу. Ну, в окуляр видно гораздо лучше. Там даже полосы видно экваториально. Да. Классно. Да? Питер. Спасибо большое. Не за что, не за что. Так.
А Сатурн у нас еще не виден. Да? Или уже нащупаем его? Нет, пока слишком светло еще. А Сатурн все-таки значительно более блеклый. Ничего, чуть попозже снимем еще дублик. Кажется, мне вот здесь он. Ладушки, пошли к Луне. Она ярче видна. И потом снимем следующие дубли. Да, небо, как всегда, практически не идеально чисто, но говорим спасибо и за то. Выходной получилось поснимать. 20 сентября 2020 год. Харьков, 18:56 по Киеву.